Привет, ребят, с вами Юмилия. И сегодня я бы хотела посмотреть анимацию «Цены еды счастья. Физкультура». Могу сказать вам, что как и в школе, так и в универе физкультуре я особого внимания не уделяю. Раньше были уроки скучными по физре, а теперь и пары скучные по физре. Ладно, чё ж всё обо мне. Давайте смотреть анимацию. Физкультура. Так, слушайте сюда, детишки. Сегодня мы проходим полосу препятствий. Вон, девочка. Будем проходить по очереди, ясно? Чего смеешься, Брайан? Я думаю, Сьюзи стоит пройти ее первой. Брайан, не надо жестокая такого говорить. Шутка. Нет, все в порядке. Пойду первой. Нет, Сьюзи, тебе не обязательно. Я справлюсь. Вообще, почему она занимается вместе с ними? Ей бы стоило заниматься отдельно. Ничего себе! Ничего себе! Вот это Сьюзи! Офигеть! Это полоса препятствий для школьников. Ничего себе! Офигеть, Сьюзи. Вот. Я прошла первой. Просто молодец, умница. О, да? Посмотри-ка на это. Давай, давай, покажи класс. Прости, ты никогда больше не сможешь ходить. Вот и не надо было издеваться над Сьюзи. У него ноги больше не работают. А потом и без рук не сможет ходить, и другие не смогут ходить. Я очень рада, что эта анимация повернулась именно таким образом. И я считаю, что Сьюзи большая молодец. Так взяла и утерла нос всем этим идиотам. Очень поучительный и очень офигенный мультфильм. Поэтому ему я поставлю лайкосик. А как вам этот мульт? Пишите в комментариях. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Большое спасибо вам за просмотр. Всем котейки мои. Пока-пока. Вот, держите сердечко, а то давно я вам сердечко свое не давала, вот ловите его. Ну, а еще вот вам поцелуйчик.